Историю Омиконского района размыло водой. Минувшей ночью в помещении районного архива прорвало трубу. Вода оказалась в помещении, где хранились документы почти за всю столетнюю историю района. Пострадала от аварии районная газета «Северная Заря». Подробности у Светланы Поцелуевой. Объединенная редакция газет «Северная Заря» и «Хатугус Ардана» готовились выпустить очередной субботний номер и столкнулись с неожиданной ситуацией. Горящая вода с верхнего этажа проникла сквозь потолок и затопила помещение. В основном пострадала компьютерная техника, оборудование. От горящего пара промокли все газетные материалы, подшивки. Сегодня утром, где-то около 8:30, я зашла в редакцию, работала сигнализация, и я свет не включала, но уже был виден пар. Стекла были уже запотевшие, буквально у входа. Воды было очень много, и она капала прямо с потолка дождем. Этажом выше помещения редакции находится районный архив. Здесь собраны архивные документы почти за всю столетнюю историю района. Ну, пострадали документы частично. Где-то порядка 100-150, может быть, даже не знаем пока еще. Вот где-то подмокшие. А вот эту 5-рублевую монетку сантехники управляющей компании установили в качестве пробки. Вероятно, виновных установят, ущерб посчитают. Но как восстановить побывавшие в горячей воде документы и, главное, что предпринять, чтобы подобное не повторилось? Светлана Поцелуева, Артур Старостин, НВК Саха, Омиконский район.